космического времени суток, с вами Виджейвери. Я играю в Night in the Woods, и сегодня у нас получается второй день, кажется. Вау, прошло буквально 36 часов с тех пор, как я была онлайн. Больше не выдержу. О нет! Что с тобой случилось? Черт возьми! Думаю, Ангус знает, как исправить это. Он шарит в компьютерах. Кажется. Но я не хочу, чтобы он увидел это. Где он там работает? Ой. Где же она подцепляла такую фигню? Ну, на самом деле, можно, конечно, подумать, что на всяких там сайтах для взрослых, но на самом деле подобные баннеры очень легко схлопотать вообще в местах, никак с этим не связанных. Ох, никогда эту птицу не любила. Ну и зря. Прикольная птица. У нас дома валяется пара старинных вещей. Часы, сундук в кладовой и все, что погребено под домом после случая с цементом. Эти часы каждый месяц случайно выходят из строя. Выскакивает маленькая деревянная уточка, издает причудливый звук. Каждый раз пугает отца до полусмерти. Шутила, что это дед достает его даже из-под земли. Ну, может и так. Так вот, насчет баннеров. Весь прикол в том, что их действительно можно собрать где угодно. Например, я когда мелкая была, я пыталась найти какие-то игры, и потом, что там еще, взлом для программ. Это тогда Ворезом называлось, прям такие сайты были ворезные, вот. И тогда защита от вирусов была, ну, такая себе. То есть сейчас-то еще вроде нормально, а там, что там, только Касперский мог быть. Но в те времена у меня не было антивируса вообще. И в итоге получилось так, что я получила вирус, из-за которого обои на рабочем столе просто пропадали. И там было написано на черном фоне что-то типа warning, что-то там. Но поскольку я не знала английского в то время, я не знаю, что там на самом деле было написано. Точнее, не помню. Привет, милая. Да? Поздоровайся. Хорошо. Поздороваемся. Привет. Утро, мам. Не, я мама 24 часа в сутки. Ха-ха-ха. А вдобавок сейчас 4 часа дня, милая. Что ж, мне нужно найти Ангуса. О, он парень твоего друга Грега? Здоровяк, довольно тихий. Ага, это он. Мне нужно, чтобы он починил мой ноут. Лучше бы он починил, милая. Ты ведь не можешь позволить себе купить новый. Погодь, ты хоть знаешь, кто такой Ангус? А ты? Мам, мы в одной группе вроде как. О, группа воссоединилась? Ага, у нас была репетиция прошлой ночью. Я не думаю, что мы будем играть когда-нибудь. Ну, это звучит весело, дорогая. Да, наверное. Ты как-то не особо рада этому. Ладно, я иду искать Ангуса. Приятного времяпрепровождения, доченька. Спасибо, 24-часовая мама. 7 дней в неделю. Что же ждет нас на улице сегодня? Я просто не помню. А, старый дед, который не даст нам уйти. Эй, малявка. Я взрослая. Так ты вернулась, а? Да, мистер Пендерсон. Надолго тебя не хватило, а? Нет, мистер Пендерсон. Уже нашла работу? Так, про Мэра я вроде в прошлый раз выбирала, значит это. Я здесь всего 24 часа с момента возвращения. Скоро будешь говорить всего неделю, затем месяц, а затем всю жизнь. Вы правы, у меня еще вся жизнь впереди. Никто не забыл то, а ты что ты сделала, знаешь ли. Хотя могут и делать вид, что забыли. Но это все вежливость маленького городка.
Вы преувеличиваете. Вежливость маленького города — все, что у тебя есть, девочка. Так что не брезгуй. Что ж, это было очень интересно. Но мне нужно идти и слушать, как мои клетки умирают. Давайте послушаем умирающие клетки. Как они хором стонут в ужасе. Селмиарс. Что ты делаешь дома? Я бросила учебу. Ага. Да, наверное. И так получается, ты не уедешь? Похоже на то. Стрёмно. Я, кстати, думала, что она подросток примерно. Ну как, ну ей лет 20, наверное, да, как и Мэй. А потом почитала, оказалось, что она уже даже и замужем была, потом развелась. Короче, непонятная какая-то особа. Еще говорят, в тюрьме сидела. Ужас. Ну так, как живется? Нормально. Мы с Деннисом расстались. О, нет. Ага, он получил работу в новой тюрьме около Бридла. Я встретил какую-то девчонку на заправке. Ух ты, ну и урод. Он свободный агент. Наверное. Какое слово используется для, типа, оружия, которое делаешь в тюрьме? Вроде ножа. Заточка. Ну, я здесь Денниса пришли на работе. Просто чтоб напугать его. Хорошо напугать. Это могло бы сработать. Напугать его прямо в почку. Ну, я пошла. Рада встретиться. Приходи в любое время. Обязательно. Ну, вообще, не особо охота, конечно. Ну-ка, а что тут еще можно увидеть? А-а-а! Нет, не так. Тут что-нибудь новое появилось? Нет? Кто-нибудь? Никого нет. Ну и ладно. Уи! Так, тут все еще ничего. Ну тогда пойдем сюда. Насколько я помню, надо сначала добраться до Ангуса, потом... Короче, что там сделать-то надо было? Нет, надо сначала к Грегу зайти, но это потом. О, привет, Мэй. Я вас знаю? Не знаю, помнишь ли ты меня? Мисс Роза. Я знала твоего деда. Я навещала тебя через день после твоего рождения. Ты была такой маленькой. Думаю, некоторые вещи не меняются, а? Откуда вы знаете дедушку? Обычно я нахожусь здесь. Почему бы тебе не заглянуть как-нибудь? Я все расскажу о нем. То, что ты, возможно, о нем не знаешь. Хорошо, вы меня заинтриговали. Милый, любопытный ребенок. А в общем... Что хотела сказать? Нам надо найти Ангуса, но чтобы его найти, надо сначала отправиться к Грегу, спросить у него, где Ангус. А потом суп с котом, короче. Найдем Ангуса, и все будет здорово. Собственно. А, кстати. Тут ведь тоже есть вот эти вот провода. Ё-моё, провода. Но я не допрыгиваю. А тут... Коробки мешают. Обидно. Так, ну ладно, туда не пойдем. Пойдем сюда сразу, чтобы время не терять. Грегус, здравствуй. Эй, Мэй! Я надел стаканчики на уши. Вау. В них я могу слышать океан. Это отлично, дружище. Ты видел Ангуса? Каждую ночь. Да, я... В смысле, где Ангус прямо сейчас? На работе, в видеомагазине. А зачем он тебе нужен? У меня проблемы с компьютером. Думала, может, он сможет разобраться. Он хакер. Серьезно? Он вполне уверен, что он хакает всякое.
Ого. Здорово, чувак. Позже свидимся. Определенно. Я так рад, что ты вернулась. Там еще они руку могут обсудить, да? Руку. Ну ладно. Насчет той руки. Боже, да, какого черта? Что, по-твоему, случилось? Я не знаю. Как рука оказалась на тротуаре в Possum Springs. Это как бы круто, но и жутко. И типа через две двери от нашей квартиры. Ты теперь живешь в Тауни-центре? Ага, живем поблизости отсюда. Ха-ха, долго ж тебя не было, чевиха. Это точно. Попозже позависаем как-нибудь. Столько нужно наверстать. Не, у меня ужин с семьей. Это что-то плохое или что-то хорошее? Что-то дружеское. Ладно. Он нам больше ничего не скажет. Поэтому надо отправиться в видеопрокат. Но тут нет Ангуса. Тут только эта дама. Чем могу помочь? Где Ангус? А разве он работает не в дневную смену? А сейчас разве не день? А я пришла раньше? Погоди, почему все, что ты говоришь, звучит как вопрос? Разве ты делаешь не то же самое? Я просто не обращаю на это внимания. А, серьезно? Да. А? Ладно, я не буду с ним больше общаться, зачем это надо. Надо найти Ангус, а он у нас находится здесь. А, сейчас нас ударит током. Ух, как будет весело. А, обожаю такое. Что? Здесь нет кнопки? Должен быть способ заставить эту штуку работать. Алло? Алло? Здрасте. Ты не Ангус. Кто это? Кто ты? Мы Боровски. Что ты продаешь? К вам приходит много людей, которые продают всякое. Привет. Привет. Кто это? Привет, это Мэй. Мэй? Да, Мэй. Меня только что долбануло током. О, да, неудобно звонить. Здесь нет кнопки. Ну да, хотя ты могла ткнуть палкой или отверткой. Ладно, все равно уже поздно. Поднимайся. А могла бы найти палку. Глупая Мэй. Вау, заходи. Привет, чувак. Добро пожаловать в нашу квартиру. Я мог быть в нижнем белье. Но не без него, а значит все ок. Эй, чувак, ношение штанов это не моя прихоть. Мне кажется, что там в оригинале что-то другое было, ну да ладно. А почему дверь не заперта? Грег постоянно забывает ее закрыть. Он на работе, если ты его ищешь. Вообще-то я пришла к тебе. Мой ноутбук поломался, я подумала... Что с ним не так? Вылезает куча всякой фигни, когда я его включаю. Какой именно фигни? Хороший вопрос. Ничего, просто фигня. Ладно, возможно, ты словила рекламный вирус на компьютере. Небось, скачала что-нибудь не то. Или кликнула «Окей» на сайте, где никогда не следует кликать «Окей». Это интернет, всякое случается. Посмотрим, что можно сделать. Вообще, мне кажется, на информатике должны обучать вот такому вот, типа, что нельзя кликать на все ссылки и что надо быть осторожней. Но на информатике обычно ничему вообще полезному не учат, поэтому, увы. Хорошо, у меня есть кое-что для тебя. Вставь это в USB-порт и перезагрузись. Все должно почиститься, только некоторые старые файлы могут удалиться. Ого, спасибо, дружище. Не за что.
Сразу же побегу домой. Посмотрю, сработает ли твоя магия. Это не магия. Просто нули и единицы. А мы просто атомы. И наше восприятие реальности — просто химические реакции. Убери это все и пуф. Появится новая вселенная. Вау, вот это ты завернул. Прости. Ну, я пошла. Это слишком сложно для Мэй. Ну да ладно. Здравствуй, батька. Привет, папуль. Сама мэр Possum Springs пожаловала к нам. Ага, я тебя поймала. На самом деле, он не должен этого говорить, потому что, если вы помните, когда мы разговаривали с дедом в начале, ну, как вышли на улицу, то там был выбор сказать, что она стала мэром, но мы выбрали другое. То есть мы не говорили, что мы стали мэром. А батя все равно называет нас мэром. Это странно. Я полагаю, дело в том, что как бы, поскольку в игре очень много разных выборов, да, то некоторые просто невозможно учесть. Правильно? Ну, и поэтому порой игра думает, что мы выбрали что-то другое. Ну, или просто нет другого варианта, я не знаю. Это, конечно, странно, но ладно. Чем ты сегодня занималась? Немного позависала с Ангусом. Помнишь его? А, да. Мне нравится Ангус. Он умный. Давние времена я работал с его отцом. Я знаю, что они переживают тяжелые времена с тех пор, как нас всех уволили. Видели с ним в баре. Да. После того, как я завязался выпивкой, уже не вижу его так часто. Интересно, как он? Они что-нибудь узнали о руке? Вот про что я говорила. По-моему, в прошлый раз тоже он спрашивал про руку. Хотя тогда я про руку ему ничего не говорила. А в этот раз я сказала, поэтому все достаточно логично, логично. Ничего нового. Ха, ну, будь начеку. Может, мне носить с собой кастет или булаву, или что-то типа того? Ну, если ты влипнешь в неприятности, то без оружия ты будешь как без рук. Не, я думаю, я буду в порядке. Что? Ха-ха-ха-ха. Ладно, я поняла. Без рук, да? Да, он так же фигово шутит, как и Санс. Я иду спать. Спокойной ночи, мэр-котёнок. Спокойной ночи, отец мэра-котёнка, который не мэр на самом деле. Ну что, давайте посмотрим. Да, посмотрим, сможет ли это помочь. По крайней мере, хуже не будет. Думаю, он может загореться. ОМГ, починилась. Полагаю, все прошло гладко с твоим компьютером. Да, сработало, спасибо. Я кое-что еще закачал на флешку. Помнишь башню демона? Ого, да, помню, я играла в нее постоянно около 10 лет назад. Я снова начал играть, и ее до сих пор обновляют. Ты можешь стянуть свои старые сохранения с их сервера и начать там, где остановилась. О, круто! Попробуй поиграй, и мы как-нибудь можем обсудить башню демонов. Она до сих пор жжет. Я определенно сделаю это. Спасибо, Ангус. Снимаю шляпу. Ну как, убрала все порнуху со своего ноутбука? Слышала, он у тебя накрылся из-за количества просмотренной порнухи. Чувак, ну ты же знаешь... Рикари Кейдж сказал мне, что когда интернета не было, они прятали порнуху в старом бревне в лесу. И что, это реально так было? Было бы стрёмно тащиться в лес за порнухой. А потом приходишь, и какой-то чел уже там, и ты такой, типа, чё, как? Похоже, моя мама здесь за порнухой. Думаю, так все и было. Готова поспорить, они подружились. Лесные дрочеры навсегда. Ты ведь придёшь на вечеринку завтра вечером? Какую вечеринку? В национальном парке. Куча народа приедет со школы и вообще отовсюду. Клёвые ребята, здоровенный костер, закуска, пиво. А, ты же знаешь, я в деле, детка. Детка, я так рад. Лес такой веселый по ночам. Пущусь во все тяжкие. В лесу нет закона. Круто,
Тогда тебе стоит спросить Би, сможет ли она подвести нас. Не думаю, что я нравлюсь ей. Да нечего, Вика, она классная. Она постоянно нас подвозит и одалживает свою машину. Зайди к ней завтра в магазин, спроси, лады? Плиз. Ладно, пофиг. Ура! Так, ну это Би. А это-то кто? Что это? Вестник Брайт Харбор, секретарь по образованию. Иметь государственные школы – это все равно, что иметь государственные гамбургеры. Это безумие. Каждый должен купить себе свой собственный гамбургер. Такс, ну что ж, время еще есть, может мы поиграем на басу? Да, может сыграть немного на басу. Но какую песню? Так, ну это мы играли с группой, а это мы еще в это прохождение не играли. Хочу попробовать с геймпадом, почему бы нет. Облуждающий в космосе, кочующий по запрещенным местам. Почему вот местам, местам? Ладно. Так, ну в этот раз я, наверное, не буду особо ничего говорить, потому что, ну, а зачем? Это лишь отвлекает и меня, да и вас, наверное, тоже. Поэтому давайте просто послушаем эту песню. Заодно я смогу нормально сконцентрироваться. Реприза. Окей. Опачки. Отлично. Что дальше? И что дальше? А, все. Ничего себе. Это было прекрасно. А, да. Я сама собой горжусь. Если бы я знала, я бы с самого начала играла с геймпадом. Но, увы, у меня сейчас перед глазами все плывет, потому что, когда следишь за плывущими вот этими вот нотами, после этого надо прийти в себя. Но я в любом случае уже пора засыпать. Почему? Ну, потому что
день подошел к концу, и пора бы уже закончить. Так что пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания.